Шоколадный, очень классный, я у Влада живота. И ничто здесь не сравнится с великолепием торта. И можно ласково вонзиться языком в мои крема. Не сумеешь оторваться ты, конечно, и сама. Я очень шоколадный, я ласковый наряд. Вот как ты думаешь, что это такое? Не знаю, сейчас рыжий знает, что это. Рыжий, как ты думаешь, что это такое? Я сейчас объясню. Чеш у нас такой приятель, друг, в пиолете космонавтики, Игорь Орефьев. Вчера, 22 июня, в 4 часа утра, взял и прилетел в Чесон. Я говорю, слушай, ну ты и время выбрал. Почти как Адольф Алазоевич Гитлер. Он говорит, ну это случайно получилось. Ну хорошо, случайно. Женя, я к тебе приеду. Я говорю, я тебя всегда рад видеть. Приезжай. Ну давай так, я тебе еще позвоню. И вот уже 23 июня. И я его все жду. А для его... Для встречи с ним я приготовил тортик. Вот этот тортик. Да. Особенность этого, во-первых, тортика, что это вообще первый в жизни мой тортик. Я никогда тортики не готовил. Первый тортик. В честь теоретика космонавтики Игоря Арефьева. А он меня кинул. Я вчера целый день готовился. То думал, Лариса. Лариса спрашивает, чем ты будешь угощать? Я говорю, я все продумал. Все, есть чем угостить, особенно вот этот тортик. Ну, раз Игорь не приехал, значит, будем пробовать с тобой сегодня тортик 23-го, уже не 22-го, а 23-го на завтрак. Вот давай попробую открыть его. Что это такое? Вот смотри. Кстати, я даже не знаю, как это хренотень раскрывать-то. А, во. Во! Рыжий, не облизывай. Рыжий, это не для тебя. Ну чего, резать там будем? Там будем, все. Ну пойдем тогда туда. Это я тоже забираю. Сейчас мы теоретику космонавтики покажем. От чего? Вот. Режем. Режем, клеим. Клеем, режем. Шоколадный, очень классный, я у Влада живота. И ничто здесь не сравнится с великолепием торта. Можно ласково вонзиться языком в мои крема. Не сумеешь оторваться ты, конечно, и сама. Я очень шоколадный, я ласковый, нарядный, я сладкий на все сто. О-о-о, я прыгаю как заяц, и губ твоих касаюсь, я таю на блинко. О-о-о, я очень шоколадный, я ласковый, нарядный, я сладкий на все сто. О-о-о, я в вас уже влюбляюсь, а страсти растворяюсь. Нельзя. Мордастый, это ж не для тебя, это для профессора Арефьева сделано. Он у нас зря отказался от тестирования такого шикарного торта. Говорят, первый блин комом. Хочу сказать, что ком очень вкусный получился. Если кого интересует, что там внутри, могу рассказать. Это черненькое. Это чернослив. Вот это беленькое. Видишь, беленькое. Это бананы, врезанные, свежие.
Наоборот, вот это коричневое, это овсяное печенье, не поверишь. А это белое сверху, это сметана, смешанная с сахарной пудрой. И как это я сделал? Почему можно быстро сделать? Игорь позвонил, и я что сделал? Смешал сметану, намазал слой, уложил печенье, сверху бананы, рассредоточил сливки, сливы, черносливы, залил снова все сметаной и поставил в холодильник. Вот так. Игорь Борисович, большой привет тебе из Щецина. С улицы Цирюля и Методега, Девинч. Но хоть ты и морковка, которая меня вчера заставила целый вечер ждать тебя, но все равно мы на тебя не обижаемся и ждем тебя в гости, потому что торт сожрать за один день невозможно. Так что сегодня мы тебя ждем на продолжение безобразия с этим тортом. Пока. Шоколадный, очень классный, я у Влада живота. И ничто здесь не сравнится с великолепием торта. Можно ласково вонзиться языком в мои крема.